Вот так сегодня презентует себя сочинская молодежь, чувствуя ответственность перед страной и старшим поколением. Все студенты Международного инновационного университета пришли поддержать и поздравить выпускников с окончанием вуза. Одни песни, другие аплодисментами. А вручала долгожданные дипломы и поздравляла выпускников ректор университета, академик Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор Галина Берулава. И мы всегда ими гордимся. В Сочи практически нет организации, куда бы вы пришли, и вы не встретили наших выпускников. И нас очень радует, что мы получаем очень много заявок от организаций очень уважаемых. И очень приятно слушать слова, когда они говорят, мы стараемся брать только ваших выпускников. Заочники уже получили дипломы специалистов. Сегодня пришла очередь получать диплом об окончании вуза тем, кто учился на очной форме и в магистратуре. Закончен очередной этап жизни, новый. Чувствую себя как выпускница школы, что сейчас какие-то новые возможности появились. Огромная благодарность всему преподавательскому составу, декану, завкафедры, потому что они были нам как родители. Я надеюсь, что те знания, которые нам сегодня за все это время даны, мы сможем реализовать в профессиональной сфере настолько высоко, чтобы им не пришлось за нас краснеть. Я никогда не забуду день, когда поступала в Международный инновационный университет. То тепло, дружелюбие, с которым меня здесь встретили. Ну а сегодня последний день, и мне, конечно, очень грустно. Но я собираюсь продолжить свое обучение в магистратуре. Студенты, получив дипломы государственного образца, прямо со сцены признаются. Обучение в Международном инновационном университете – это не только лекции, семинары, экзамены и зачеты. Это еще и понимание, доброта, уважение, атмосфера единства. Всегда все праздничные мероприятия проводятся вместе. Здесь поют песни на русском языке и исполняют танцы народов Кавказа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.